Друзья, а с вами Денис Гик, и начну я с конца видео, собственно, с устройства, которое у меня уже получилось, которое уже протестировано несколько, там, более 3 дней. У меня уже кошка даже начала на меня косо смотреть, когда я... с тревогой смотреть, когда я забирал данное устройство от нее, чтобы снять это видео, и оно очень понравилось, кстати. Значит, давайте я продемонстрирую работу данного устройства. Это автоматический дозатор, автоматическая кормушка. Она может быть как для кошки, собаки, хомяка там и другой живности. То есть у меня бак рассчитан под кошку, там сейчас засыпан ее корм. И данная кормушка не просто управляется с кнопки, а полноценно управляется с приложения. Здесь есть множество настроек, то есть настройки там... время включения, время последней кормушки, пишется все логирование, то есть сколько я раз кормил с кнопки, сколько раз было сделано по вот этому вот таймеру покормок, сколько раз корм можно было подать с режима ручного, то есть вот все это логируется, все это пишется, плюс здесь даже можно расположить видео с сервака, там создать сервер, плюс камеру добавить, которая будет все транслироваться, то есть для наблюдения, для контроля большего за данной кормушкой. То есть, по сути, кормушка-то очень простая, потому что она создана на плате ESP8266, шаговый двигатель, драйвер шагового двигателя, кнопки, и, по сути, это все, что нам нужно было, блок питания, соответственно. Да, немножечко пришлось повозиться с механикой и с системой подачи корма, но все это отлаживается, все делается. Кстати, мне в этом помог 3D принтер, и я, в принципе, добавлю модели и все материалы, по которым я создавал, также приложение, кстати, Blink, оно очень удобное, имеет очень широкие настройки, то есть здесь можно кучу-кучу всего добавлять, также здесь можно выбрать там часовой пояс, то есть здесь обновляется время и так далее. Все это очень интересно. У меня, в общем, получилась такая вот штуковина, кошка очень довольна, потому что, ну, я не скажу, что не следует заводить животное, если вы не собираетесь за ним присматривать, но иногда бывают такие случаи, когда там нужно куда-то уехать, или вы задерживаетесь на работе, а кота покормить некому. Вот такая вот штуковина вам поможет. Значит, давайте немного перейдем теперь к ворклогу. Значит, схему вы сейчас видите на экране. Все комплектующие я заказывал на AliExpress. Ссылочки я добавлю под видео, чтобы вам не искать именно в тех магазинах, где я заказывал. Значит, по конструктиву. Пластиковый бокс. Опа. Пластиковый бокс 120 на 80 на 40 миллиметров, IP54, то есть его можно купить в любом электромагазине, в принципе, причем разных размеров, но у меня все компактно поместилось именно в этот бокс. Значит, давайте дальше. Бутылка 1,5-литровая, закреплена просто хомутом на трубе. Насчет трубы, давайте я сейчас предоставлю вам более точные данные. Так, 0. Там на ней есть маркировка, но мне сейчас ее уже не видно. Значит, по наружке она у меня 43-42 миллиметра. А по внутреннему она идет как 32. Значит, давайте посмотрим. У меня как раз она чуть меньше получается. Так. 30-ка она идет по внутреннему. Даже не 32, а 30. Значит, это был... 32 получается у нас закрывает. Значит, это у нас обычный тройник проходной, такой вот из пластиковых труб. Стоит там он что-то около 10 гривен, это 40 центов. Это у меня кусок крышки от пластикового баллона, направляющая, потому что если без направляющего, корм летит в разные стороны. Хомут обычный. Это держатель для пластиковой трубы. Я его подрезал, я брал, по-моему, на сотку. Да, сотка был большой, я его подрезал, но у меня под пластиковую бутылку где-то 80-ка вышла, потому что другого я не нашел. Значит, по поводу вот этих вот шнеков, у меня было несколько, я тоже купил тут и другой вариант еще трубы. Значит, это у нас вот такая тройник для внутренней канализации 50 на 60, то есть, и распечатал вот такой еще один шнек, но это уже побольше, можно использовать даже для собак, вот именно такой вариант, то есть он отлично сюда становится. Значит, смотрите. Вот эту вот деталь я добавлю для печати на 3D принтер в ссылочках, но учтите, именно под вот этот вот тройник я ставил размер детали, значит, размер там указан как единица, стандартный идет, я поставил 0,7, то есть у меня он уменьшен получается, а это увеличен, это 1,1, то есть был, значит, подгонять под свою трубку, то есть, в принципе, подгонять там несложно, в программе Repeater Host без проблем, по клеткам, по градациям стола вашего вы примерно просчитываете, и желательно, конечно же, померить
ваш диаметр трубки. Потом, то есть я подгонял, у меня здесь примерно получалось по этой части там 32, когда у меня проходная трубка 30, но вот эта вот задняя штука должна закрывать. Значит, еще нюансы склейка. Клеил я дисмоколом, это клей для пластика специальный, то есть, но все равно даже такой специальный клей для пластика, он, ну, не будет держать те нагрузки и крепление на вал. Здесь получается как раз у нас разрез идет, и крепление на вал, получается, будет в любом случае соскальзывать. Потому на таком варианте я решил эту проблему вот так вот, я просто добавил мощный хомут. На вот этом варианте я сделал намного проще, сделал два просверла, закрутил саморезы и все. То есть это просто хомут, ну, я пытался, экспериментировал. То есть здесь у меня просто два самореза закручены и держит все отлично. Из последнего, что мне осталось, так это обтянуть вот эту вот штуковину специальной клеенкой. И все будет прям лакшери. В общем, друзья, значит, по поводу блинка приложения и по поводу самого кода, я, наверное... Сейчас будет вторая часть видео, сразу же за это идти, я расскажу, как все это настроить. Там будет QR-код для перехода уже на мой шаблон. То есть, а настраивается это все следующим образом. Значит, он у нас в запущенном режиме, то есть, все. И мы входим в блинке в режим настроек. То есть, вы можете корректировать каждую из настроек, там просто нажав на нее и задав, допустим, дополнительно команду или что-нибудь. Здесь есть также там таймер, допустим. Мы можем выставлять таймеры, изменяя вот эти вот значения. То есть начало и окончание таймера. Также можем менять название всех параметров. Я добавлю еще таблицу с пинами входными и выходными для настройки. И также по поводу кода, кстати, в коде я закорректирую некоторые параметры, вернее, откорректирую, чтобы было понятно, что нужно вам именно редактировать, допустим, если у вас другой шаговый двигатель, либо же поменять там, ну, основной здесь параметр это настроить, указать количество шагов на полный оборот под ваш двигатель, то есть у меня это 200 шагов, потому что 1,8 градуса на полный оборот, и потом уже откорректировать дозацию, то есть дозы, которая будет эта штука высыпать для вашего животного, вот. Это основные параметры, которые вы сможете откорректировать в коде. Я сейчас их продемонстрирую. Друзья, а у себя на сайте я написал статью с подробнейшим ворклогом по автоматической кормушке, либо же дозатору для корма. То есть здесь есть все, схемы, все материалы, ссылки на нужные комплектующие по размерам чертежи, макеты для печати на 3D принтере и подробная информация по сборке, настройке, также относительно приложения Blink. Все очень детально, вы сможете, собственно, без проблем, в принципе, повторить данную кормушку. Это не только для котов, для собак и для, там, допустим, для рыбок, то есть это универсальный дозатор, который гибко настраивается под ваши нужды. Можно кормить как и вручную, так и по таймеру, и ваша тогда животина будет очень и очень довольна. И еще хочу ответить на один вопрос, который меня уже задавали, как сделать шнек. Значит, я добавил материал на печать на 3D принтере, то есть если у вас нет 3D принтера, вы можете выйти из положения без проблем, заказав печать, если у вас есть возможность такая, то есть оно выйдет не очень дорого, ну, там всего лишь 15 до 20 грамм такой шнек получится. Если же нет такой возможности, то можно в принципе на рынке, допустим, прикупить шнек от мясорубки, он будет металлический, он будет понадежнее, и тогда уже его приспособить к данному двигателю. В общем, друзья, спасибо, повторяйте мой проект. И, друзья, не забывайте посещать мои группы Клуб Ардуино и также Алиэкспресс для радиолюбителя. Здесь есть много интересной информации. И также у меня частенько проходят конкурсы с раздачей подарков, призов. То есть, допустим, сейчас до конца июня у нас конкурс, которого приз главный, это набор отверток Xiaomi Viha. И в Алиэкспресс для радиолюбителя это приз мультиметр. То есть здесь просто нужно сделать репост, и вы сможете получить такой интересный мультиметр. Также здесь много интересных товаров, которые я иногда покупаю сам. We'll be right back.
Друзья, конечно же, если вам понравился этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень вдохновляет. Спасибо вам всем за внимание, хороших вам проектов, пока-пока.